Это была пятница, 17 марта. День, когда мои собратья поработили этот славный мир. А вы, видно, даже рады этому. Странно. Значит, нам будет проще продолжить захват. Скоро настанет и мой звездный час. Эй, куда смотрите? Я здесь. Да внизу я. Вот и я, в полной готовности. О, это мой будущий подчиненный, наверное. Уже представляю, как будет жить по моим правилам. И сколько еще ждать? Наконец-то! Привет, дружок! Никакой я тебе не дружок. Ты теперь мой подчиненный. Он бы меня кормил. Дал бы спать на своей кровати без возражений. А косточки бы добывал он своими силами. Затем за эти косточки покупал бы мне самые модные вещи. По вечерам бы я тусовался с другими красоточками-лисичками. Свежая водичка из чистейшего источника за мой счет, дамы. Неужто поверили? Да я шучу. Мы, питомцы, посланы аватарцам, чтобы стать для каждого из них лучшим другом. И я постараюсь сделать своего подчиненного, ой, хозяина, самым счастливым. Кажется, он скоро придет за мной. Ой-ой, я опаздываю. Как бы зоомагазин не закрылся. Привет, малыш. Это твой новый дом. Вот и у меня появился хозяин.